Воля, воля, на кого-то нас, Павел, на нас всех. Хотел бы сказать, ребята, он нас всех объединил, всех нас. Без него не было бы нас всех. Если бы мы были, мы пошли бы по немцам, и никто бы друг другу не пожал. Так, что он нас всех собрал? Добрых, честных, отзывчивых людей. У меня столько добрых людей появилось, знакомых, друзей. А я появился у них. Спасибо, Коля, тебе за это. Почему он ушел? Хотелось что-то сказать, пришлось только две строчки какие-то пришли с мировой. Устал он жить в несправедливом мире. Друзья ушли, опять один. Молюсь в актив. Коля, спасибо тебе. Сделаем мы Facebook-сайт, там будем посты свои делать. Говорить, его будем собираться вместе. Давайте не пропадем, не собираться только на похоронах. Жить. Коля хотел радоваться и учил вас радоваться и жить. Давайте встречаться больше. Делаем Facebook-сайт. Леша Ляпин делает совершена. И ближайший сейшн 9 октября в зале ожидания Варшавского вокзала. Приходите, пожалуйста, все. Будет более важный сейшн посвящен. Не пропадайте никто. Давайте вместе общаться, больше общаться. Дамы и господа, пожалуйста, любите друг друга. Чтобы мы все любили друг друга. Коля, спасибо тебе. Мир и Бог. Друзья, не только космосные дети, не только наш центр, который пожалуйста, нашел свой приют. Но и весь наш город, и вся наша страна, у нас это дело. Все мы потеряли удивительного человека. Человека легенду. Человека той невероятной доброты и открытости, которая сегодня редко встречается. Да, его мечта, его душа не вынесла жестокости и равнодушия окружающей стране. Все, кто мог, делали все, что могли, и делали все, что могла своими скромными возможностями для того, чтобы сохранить его мечту, его самого. И то будущее, за которое ты ему мечтал, но, увы, к ним, естественно, равнодушно придется. Тем не менее, память о нем останется у нас не только в наших сердцах. Его подпись слава Жерусалима, слава любви и музыки, безусловно, останется на Курганске. Все то, что он собирал и готовил для будущего проекта, тоже останется на нас. И мы продолжим его мечту, мы попытаемся, мы продолжим его силы со своей стороны, все, что сможем, мы надеемся, нам помогут для того, чтобы его мечта была. Вообще сделал мою жизнь, если честно, спасибо за то, что...